У вас такие места есть какие-то? Нет. Ага, блядь. Что-то вы сдернули все. Там звезды кончились. Они уже там спились все нахуй. Всем привет, дорогие друзья. Выдвигаемся мы до Иркутска. Загрузились. Забрали второй груз наш. У нас получается будет 10 тонн крупы. Всякое разное, там какой-то кукурузное. И будет джак на прицепе, на жесткой сцепке. Грузовичок джак полуторатонник, он или скольки тонник идет. Двухтонник, трехтонник, хрен его разберет. Б-категория, в общем, неважно. Время сейчас у нас 4 часа. Только зацепили его. Выехал, доехал до первого переезда. Здесь забирал у нас в нашей местности. В нашем колхозе, скажем так. Ну и все, сейчас выдвигаемся. Вроде так все хорошо, жесткую переварили, там первый раз сделали, не зато зацепили. Она оторвалась, пока его перебуксировали. Отогнали туда, куда надо. И переварили заново. 2 часа варили жуки. Новую сцепку. Сейчас все хорошо сделано. Единственное, почему-то колеса, то есть машина, по идее, должны колеса поворачиваться, но они почему-то не поворачиваются за машиной. Время 4:30 утра уже. Мы все скачем по нашей замечательной дороге, которая уводит на Ленинск-Кузнецкую трассу, на Кемеровскую, на регионалку. За такую прекрасную дорогу надо сказать спасибо самосвалам, которые... четырехосые, которые таскают щебень. То и за это им надо за это сказать спасибо, за такое прекрасное состояние. Потому что они уже второй год подряд они убивают здесь дорогу, как за здрасте. Ну да ладно. Где-то у нас там, наверное, километрах 400 уже светло стало. Потому что впереди небо уже светлое становится. Сейчас на трассу выйду, уже рассветет. Будем ехать на солнце. Будет светить нам солнце прямо в глаз. Сейчас перед выездом на дорогу, на трассу надо будет выйти. Смотреть, все ли нормально, все ли четко. Ничего не оторвалось ли там. И подальше шуровать. Держится. Понятно. Колеса почему-то не крутятся при поворотах. Хотя должны, по идее. В общем, попытка была хорошая, но она потерпела фиаско. Саня должен будет мне. Как минимум 2 ремня. Сейчас ложимся спать и будем смотреть, что делать. Завтра что-то надо изобретать.
Сужать надо. Время 2 часа дня. Я только сделался. Спасибо парням с этой лесопилки. Прям от души, чуваки. Молодцы. С пониманием подошли. Все сделали. Переварили заново жесткую сцепку. Что эту оторвало, завернуло там. А вот электродов, я не знаю, полпачки, наверное, потратил. То, что переваривали. Короче, вообще. Чувак, молодец. Дядька. Фу, запыхался я что-то за сегодня. Порвалась стяжка. Так вот переварили. Новые стремянки сделали. Но я надеюсь, сейчас будет держаться. Все, сейчас надо где-то лечь поспать, отдохнуть. И в ночь, наверное, поедем до Курзана. Ну, в общем, вовремя я сделал. Сделали эту сцепку. Потому что сейчас он дождь хреначит. Но я уже, правда, и прошел, уже Алзамай прошел, Великую, сегодня до дяди Вити. И там в душик пойду, наконец-то я в душик пойду. Духота стоит, на улице вроде двадцатка, а, блин, влажность капец, конечно. Прям невозможно это. Я весь мокрый еду, оттекаю, блин, из-за этой влажности. Сейчас вот поэтому надо приехать к дядьке Витьке и сходить в душик там помыться, а может даже и в баньку. Там еще должен Сашка подъехать, красноярец. Тоже, наверное, пойдет в баню или в душ. Посмотрим, не на связи сейчас, может быть. Куда-нибудь к Нижнеудинску подъезжать буду или к Тулуну буду подъезжать, дядя Витя. Может, появится на связь, выйдет. Я, получается, Канск проехал. Я Тайшет прошел, а он выезжал с Ускута, то есть ему еще прилично, ему верст 500 пилить, а мне верст 300 оставалось, где-то так вот, что тут получается, до Нижнеудинска 140-150, где-то так вот, от Тайшета, и там еще сотка, ну да, вот 250, то есть нормальное у нас расстояние было. Ладно, все, катим. Будем вырываться из дождя. Так-то вроде там небо-то вроде такое на просветлении. Все светленькое, хорошее. Но что-то это льет и льет. Сержик он стоит. Сейчас пойдем чайку попьем. Поеду дальше. Ходит, что-то важный, там по телефону разговаривает, кому-то что-то наговаривает. Сейчас приду. Ну вот и все, мы выгрузились. Теперь едем обратно на стоянку, на маяк, забираем там, не забираем, вернее, цепляем машину и будем стоять до завтра. Завтра ее перетащим куда надо и все, и поедем в сторону дома. В общем, пьем чаек бутербродом и выдвигаемся в сторону дома. Поедем, скорее всего, до Юрги. В Юрге будем грузиться на Новосиб. Диманчик подъехал.
Ну что ты залази, иди. Ух, погодка, прям огонь какой, а? Прямо красота на улице. Ни разу дождик не идет. Прошли мы тырить. Заехал я туда, хотел там покушать. Что-то там в ожидании вообще космического времени будет стоить мне это. Поехал я до перевоза, на перевоз заеду, там покушаю спокойно. Да, погода разыгралась, конечно, вообще нормально. Дожди нальет. Ну а что сделать? Лето. Лето пришло. Благо вчера хоть хорошо не было дождей сильно. Так это получается, наверное, тогда это. Сейчас испачкаешься. Да хер на него. Один хер в душ идти. Гильзу подрало, да? 2000. Заехал я на регион 24. Парнишка сломался, стоит. Мотор у него кончился. Стояли, поговорили так. Про все поговорили с ним. Вот. Мотор кончился. Поршень рассыпался. Не рассыпался, кольца, видно, залегли. Подрало мотор. Вот. Стоит, завтра должны запчасти прийти. Завтра запчасти должны прийти. Будет делать. Ну вот и все. Мы в Новосибирске приехали выгружаться. Сейчас машину бросим здесь, на складе. Нас мамка забирает. Мы уезжаем домой. Завтра с утра на автобусе, на маршрутке приедем. Машину заберем уже. Скажу, чтобы ворота открывали. Сами разгружали и все. Чтобы все нормально было. Вот, ну все, будем собираться. Надо вещи собирать. Готовиться к следующему рейсу. Нас выгрузили, наверное. Думал, что пока приеду, они уже выгрузят. Нет, еще пришлось постоять немножко. Встали, потрещали, поговорили. Вот, выгрузили, поехал. Сейчас заедем мы. Надо перекинуть колеса на шинку. Местами поменять, перевернуть. И надо заехать сделать схождение, проверить. Что-то прям резину начало жрать. Наружные дорожки. Причем что с одной стороны, что с другой стороны. Проверить, посмотреть, пускай глянут, что не так со схождением. Ну вот и все. Я дома. Не получилось сделать схождение, так как разбит один шкворень. Правый, левый. И разбила тягу рулевую продольно. Сейчас поеду делать. Не сейчас, завтра, послезавтра буду делать. Сейчас поеду в тягу. У меня лежит тяга. Про запас я ее отреставрирую. Один наконечник поменяем. И все. В принципе, нормально. Вот. Так что такие вот дела. Ладно, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Кто посмотрел до конца, тот молодец. Ну а кто поставил лайк и написал комментарий, тот вообще красавчик.